Решил я настроить себе схему темную для Windows. Стандартной схемы в семерке нету. Темная схема нормальная, более-менее, она только в десятке. В этой вот более-менее что-то похожее. Вот с прозрачностью, вот с темными при вот таких настройках. Color Intensity. И вот здесь вот Brightness на минимум. С включенной прозрачностью. Если выключаешь, то становится серым. Так, сейчас мы эту схему сохраним. Air Dark. И попробуем понастраивать. Настраивать, за пример, возьмем вот адобовский интерфейс темный. Короче, попробуем, например, под него подстроиться. Так, нам нужен проводник, пожалуй. Нужен еще блокнотик, наверное. Чтобы видеть изменения. Так, помчали. Так, основной документ. Это текст. Такой. Этот у нас будет. Чё, бля? Так.
Цвет, вот это цвет у нас, наверное, текст вот этого, да? Неактивное окно, неактивное окно. Наоборот, наоборот. Так, давай оплем. Тултип, тултип. Что такое тултип? Так, ладно, подожди. Да. О, да, один непонятно. Caption buttons. Desktop. Непонятно. Гипер ссылки. Как-то по-другому. Гиперссылки – это активные элементы меню. Меню, message box, message box, это вот это. Че?
Так. Надо сейчас какой-нибудь цвет выбрать, чтобы сразу было видно, что изменилось. В общем, третья ни хера не меняется. Светлее. Это как? Какая-то херня. Почему это-то не настраивается? Что за... Так, бля.
Ну а чё получается, вайера хер настроишь? Почему, блядь, не меняется ничего? Что мне надо? Суко, суко. Где вот этот бортик? А, так, сейчас попробуем. Ух ты. Блять, неужели аэро нету, блять, темной темы? Так. Windows 7. Dark. Ну, блядь, показываю десятку. Галерея.
Ну это, блядь, это десятка. Все хера тень. Тоже десятка. Чё за ебота? Блять.
Sunset прикольный, да.
Блять, короче, по-простому не получается. Что такое Explorer Folder? Как установить? Так.
типа какая-то служба, блять, устанавливается. My try dark. Так. Так. Компьютер. C, Windows, ресурс. Так. Подожди, подожди. Как все наебнется, будет весело.
Да, блядь, неужели? Не-не-не-не-не, нахуй мне это. Блядь, почему вот это синее осталось? Так. Так. Уже лучше. Компьютер. Все заебись, но где, блядь, надпись? Я хочу видеть надпись. Блять, вроде получилось. По крайней мере, лучше, чем я пробовал. Интересно, без этой херни получилось бы. Ну-ка.
Какого хера? Вот пад поддерживает, а эта хуйня не поддерживает. Так, ладно.